Стартап Blockchain Workspace создаст образовательные курсы в Амстердаме, Нидерланды. Проект компании, основанный летом 2016 года, направлен на обучение людей, у которых нет технической базы знаний, но есть желание получить хотя бы базовое представление о технологии блокчейн. Курсы также предоставляют программу для преподавателей, которые намерены специализироваться на теме блокчейна. Один из создателей Blockchain Workspace Бас Виселинг верит, что данные курсы смогут облегчить понимание блокчейна для технически неподкованных людей. Бас Виселинг и его партнер Хэнк Ван Кан стремятся создать стабильные образовательные курсы в области блокчейн-индустрии.